Всем привет, друзья! Сегодня у нас опять такая посылочка. Значит, посылка будет посвящена пылесосу Dyson. Пылесосом пользуюсь уже полгода, даже, наверное, больше. Очень доволен. Сразу стремался покупать, так как цена, сами понимаете, не маленькая. Вот. А пылесос аккумуляторный. Все надежно и просто. Очень удивился, когда пришел. И подключив обыкновенный пылесос, пропылесосив ковер, потом пропылесосив этим пылесосом, эта банка была полная пыли. То есть всем, друзья, могу смело рекомендовать данный пылесос. Он очень верткий, как вы можете видеть. Можно подлезть буквально в любую щель. Вот так это все дело у нас работает. Турбощеточка. Ну, это больше идет как не пылесос, а как, ну, типа электровеник. Вот, марка Dyson такая, кто будет смотреть. Ну, то есть, очень я им доволен. Так, и вместе с пылесосом у нас шла вот такая вот зарядочка. То есть, попользовавшись, эта зарядка прикручивается на стену. Берем, бах, подключаем, и он у нас на стене вот таким образом висит. Так, сейчас он не закреплен, поэтому защелка не держит. Давайте вот так. Вот он так у нас висит. И заряжается. Единственным минусом есть в этом пылесосе это отсутствие в комплекте насадок. У нас есть только щелевая насадка. Вот так это все дело у нас выглядит. И насадочка такая вот, щетка. Вот такая вот прикольная щеточка. Мне же хотелось этим пылесосом пылесосить и автомобиль. И как вы сами понимаете, это все дело неудобно при помощи данной трубы. Вот я решил прикупить гибкий шланг. Но гибкий шланг очень дорого стоил. И я решил прикупить такой вот большой комплект щеток. Давайте все по порядку. Вот у нас первая щеточка. Вот так все, видите, упаковано. Посмотрим на пластик, посмотрим на все. Да, друзья, визуально, конечно, пластик немножко не такой, но, по крайней мере, тактильно и визуально он крепкий и надежный должен быть. Не знаю, как это все у нас состыковываться будет. Давайте проверим, подходит ли это все сюда. Да, как вы видите, все защелкнулось идеально, все подошло, все легко. То есть практически ничем не отличается от оригинала. Так, итак, у нас такая щеточка. Идет у нас вот такая щеточка. Все это в хозяйстве пригодится, я надеюсь. Вот эта щетка, которая у нас уже есть в комплекте. Вот как раз мы давайте и сравним. Если все мы закроем. Ну, единственное отличие это у нас. Кстати, пластик здесь в этих щетках он одинаковый. Единственное отличие это цветом кнопочек. А так все, смотрите сами. Все практически одинаковое. Немножко цвет этого ворсика в оригинале другой. А и высота ворса, и все буквально одинаковое. С виду тоже, как братья-близнецы. Так, значит, у нас есть эти щеточки. Это все мусор. Ну, опять же, щелевая насадка. Я уже ее не буду распаковывать. Смысла нет, она точно такая, как и вот это, даже отверстие, все точно такое же. По размеру один в один. Так, есть у нас, друзья, вот такая еще щеточка. Маленькая, хорошенькая, удобненькая. Так, давайте, наверное, я сделаю это все дело. Вот так. И основная наша вещь, из-за которой весь сыр-бор,
Это вот такой вот. Не знаю, вам видно, не видно. Вот он растягивается. Вообще класс, супер просто. Этот вот гибкий шланг. Просто вещь обалденная. Теперь я смогу смело взять свой пылесос. Взять там какую-либо, ну давайте, допустим, щелевую насадку. Вот, все защелкнулось, все плотно. И что-то пойти прокрутить. Вот, есть в пылесосе еще и меньше скорость. Если надо, что-то аккуратно пылесосить. Так что, друзья, ну просто всем рекомендую, всем держателям вот этой вот чудо-техники от Dyson, всем-всем рекомендую докупить вот такой вот шланг, чтобы смело идти в машину и навести порядок. Обалденная штука. Обращаю ваше внимание, что отдельно вот этот данный шланг стоит очень дорого, а в комплекте со всеми этими щетками он мне стал... Этот комплектик, по-моему, 25 или 28 долларов. Что-то такое, не помню точно, но очень рекомендую. Супер. Все, друзья, на этом на сегодня все. Ставим пальцы кверху. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписаться на канал. И на этом пока-пока. Yeah!